Продолжают поступать поздравления из соседних стран с днем первого президента Республики Казахстан. Заслуженный журналист Украины Василий Василашко поэтично вспоминает гостеприимство казахского народа и желает нашей стране только процветания. Казахстан – богатая страна своими людьми. Казахстан – богатая страна своими достижениями. Чего только стоит построить новую столицу в степи. Это руками казахов, это душой и умом президента, и дальше прекрасное развитие страны, Казахстан. Я поздравляю прекрасный Казахстан, чудесную страну, страну гор, степей и солнца с великим праздником. А пожелание успехов в развитии новых достижений и всего самого-самого прекрасного Казахстану. И с каждым днем дружба наша будет усиливаться.